вот тоже хочу купить. Хочу купить себе нормальный микрофончик радио. Купил, но немножко не то. И Китай тоже обманывает. К слову, о том, кто нас обманывает. Вот сегодня мы об этом и переговорим с вами, естественно. Нас обманывает, ну, с моего времени обманывало то, что нам продавало всякую разную дронику. Я эту штуку вот купил, вот такая штука, сейчас я включу. Вот, в Индии, 3 года назад, когда я поехал лечить раковое заболевание. Там эта штука стоила 15 тысяч рублей. Когда я приехал сюда, я увидел, что этот Samsung Galaxy Tab 3 стоит 32 тысячи рублей. Оба! Он уже сейчас здесь стоит 15 тысяч рублей. То есть понятно, да? Что произошло к тому-то времени. То есть я когда туда приехал, как вы прекрасно понимаете, по какому вопросу, они мне сказали, что: «Леша, ну-ка скажи, чем ты сейчас занимаешься?» Я говорю: «Я на химии сижу, полгода уже пропил». Они мне говорят: «Да Харес, хватит». Я говорю: «Да нет, не хватит». Потому что, когда они посмотрели, что у меня в действительности есть, а у меня глиопластома, как в свое время это показали и турки, как в свое время показали и Индия, как в свое время мне это дело показала Куба. То есть с таким заболеванием долго не живут. 1-3 месяца. Но я надеюсь, что я проживу больше. То есть в этом году уже 4 года. И только благодаря, естественно, Китаю, и только благодаря Индии в том числе, потому что когда я задал вопрос в Индии, я говорю: а что насчет ядов? Они сразу так переглянулись. После этого я поехал в Китай. Ну, я вам показывал уже, если что-то, какие-то у вас проблемы, залезть, 2 варианта есть. Это либо YouTube наш любимый, либо это Vimeo. Вот, там все дело посмотрите. То есть яды пчел мне помогли, реально помогли. После этого я поехал, естественно, на Кубу, где на Кубе очень хорошо лечат рак мозга. Они просто лечат целиком. Вот. Для всех скажу, что есть такая штука под названием Vidatox. 5 капель, и через 12 часов еще 5 капель, и через, то есть в течение 4 месяцев, а потом уже все, у вас нет никакого рака. Клево. Вот я это и сделал. При этом цена вопроса, я сразу демонстрирую, что цена вопроса и лечения на Кубе любого рака, это не более 1 000 000 рублей. Приезжать, там делать операцию, и все, в принципе, в порядке получается. Ну, супер, ну что еще можно говорить? Теперь, возвращаясь на круги свои, почему я это сюда взял, почему я это делал в автостопе, естественно. В свое время я вам в действительности показал, да, как реально покупать дешевые и качественные запчасти. Я использую, естественно, интернет. Теперь другой вопрос возникает. Запчасти каким-то образом надо ставить, естественно, да? Ну, надо же ставить запчасти, да? А что для этого используется? А для этого используется что? Инструмент. Вы не знали? А я скажу. Нет, конечно, девушки, которые смотрят эту передачу, об этом дело даже не понимают, о чем речь идет. Но мужики-то, вот, для них есть инструмент. Я тоже смотрю на вас, вы такие крутые, навороченные, вы себе покупаете там новые иномарки. Может быть, да. Но через сколько новая иномарка начнет ломаться? Через год, может быть. Потому что начнет кое-что вылазить. Что такое иномарки сейчас? Это не иномарки 20-летней давности. Нет, там машины делались из металла, там все было красиво, здорово, красиво. Ну, вообще суперовской. То есть я почему сейчас возвращаюсь на те времена. И их можно было делать. Сегодня машины немножко другие. Совершенно другие. Так, там мне звонят. К сожалению, ничего страшного, пускай подождут. Вот, по одной простой причине. Они-то звонят, а я-то работаю. И даже не пойду говорить. Ничего с этого не случится. Вот. Потому что дело-то у меня важнейшее. И оно для вас. То есть мы о чем говорим? Сколько у нас стоит инструмент? К сожалению, тот инструмент, который мы сейчас покупаем везде и всюду, он по сути недорого стоит. Реально недорого стоит. И мало того, где он производится? Во! Я не против Китая. Я знаю, что в Китае 2 миллиарда населения. Они делают изумительные, сногсшибательные машины. Что там такое? Я вам покажу. Там и Lincoln Town Car есть. Они удлиненные. Ну супер, ну супер. Чуть-чуть вид добавили. Ну супер машина. Там есть замечательный автомобиль под названием Toyota Crown Victoria. О, Crown, да. Или Mark. Я не помню, короче, это очень самый навороченный. И, естественно, в левом руле. То есть китайцы реально машины делают. Мало того, я в Пекине был, я там столько хороших машин видел, я в Москве столько не видел. Конечно, Китай рулит.
И вы что думаете, Китай будет делать это все? Нет, у него есть очень хороший набор инструментов. Они это делают. Но то, что продается у нас, Force и все остальное, откуда это все? Ну-ка расскажите мне, ну откуда это все? Да, это практически тоже Китай, но Тайвань. То есть, или мы берем китайский товар, хороший, качественный, или тайваньский. Не самый крутой, кстати, но сколько мы переплачиваем, вот это капец. Поэтому я вам говорю, давайте зайдем все-таки, используя наши мозги. У вас есть, у меня есть. Но у меня чуть-чуть покруче, потому что я немножко, благодаря 33-й школе, и только благодаря ей я знаю английский язык очень-очень хорошо. Ну, не совсем благодаря ей. Мы, наверное, после школы поехали в Америку, и вот там я еще научился четко работать. То есть, никаких особых наречий, ничего не надо. Просто говорить то, что вам нужно, это, в принципе, достаточно. Поэтому, ну, подумайте, чему вас там учить начинают. Сейчас вобьем. То есть, есть такая штука – переводчик. Переводчик. Вот мы его сейчас воткнем. Так, еще раз сюда. Так, еще раз сюда. Так, где там Google? Вот, Chrome. Воткнем. В переводчики вставляем, допустим, да, что у нас есть. Вот. У нас с вами что есть? Если мы зададим вопрос, только надо задавать вопрос правильно, потому что я знаю, как работается. Вот. Мне это не сильно нравится. Вот. Я бы задал вопрос насчет этого. Equipment. Equipment неправильно. Правильно спросить. Инструменты для машин. Причем вы увидите, что вот инструмент это tools. Если все это делать tools, то это не совсем правильно. То есть если вы будете в tools вбивать, ничего не получится. Потому что там надо написать cars. Видите, ну тут все очень легко и просто. Не машины, как они пишут, а cars. То есть я же еще раз говорю, английский, он в принципе очень легко и простой. Поэтому вам надо учить, естественно. Итак, вбиваем cars tools. Вот. А, куда? Вбиваем, естественно, eBay. Знаете, слово такое, eBay. Я не буду вам говорить про Amazon, потому что, ну, честно говоря, Amazon покруче. Реально круче. Вот, сюда вбиваем вот так вот. Тыпаем, тыкаем сюда, да вот. Ну, давай сюда. Cars. Tools. И смотрим. Я в России все-таки живу, поэтому я поставил цену в рублях, чтобы не в долларах, ладно? Это все делается очень легко и просто, потому что, ну, я через eBay тоже кое-что покупаю. Ну, это просто сногсшибательно. Давайте посмотрим. О, 53 штуки из Китая сделано, 5300 рублей. Нормальный ценник так? К слову, посмотрите там внимательно внизу, что написано. Free International Shipping. Это я переведу. Это для вас переведу. Это называется бесплатная международная доставка. Цена вопроса 53 штуки. 5300 рублей. Вот такие же 53 штуки в Магнитогорске, они стоят тут 7000 рублей. А это бесплатная международная доставка. Представляете, это просто заказали, привезли. И цена вашего замечательного, исключительного инструмента три раза все. Это нормально, если что. Если так, ну просто. Посмотрите внимательно. Так, давайте чуть-чуть дальше посмотрим. Вот. Китай еще. Супер. А, во. Ну, есть такая штука. Можно вмятинки удалить. В принципе, ничего сложного нету. Кстати, цена тоже 10 тысяч. Все, целиком. И такая штучка. Качалочка. То есть вы это закладываете, потихонечку выкачиваете. И возможно, кстати, для новых машин в том числе, вы это все можете сделать сами. Ничего там сложного нет, не надо мне рассказывать сказки, все делается легко и просто. Вы можете это все сами сделать. Вот теперь залезем в любимую Соединенные Штаты Америки. Как я их люблю, ну супер. 253 части. Плюс еще туда идет зарядное устройство. Глянем. Хорошо. Ну и доставка, кстати, не сильно большая. Ну, чуть-чуть подороже, но зато красота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ценники посмотрели, да? 235 частей.
Набор инструментов в Америке стоит 235, так понимаете, да? 235 частей. 5400 рублей. Ну, так нормально? Вы зайдите у нас, да, посмотрите. Так, ну, в принципе. Ой, много чего. Супер, супер, супер. Вау, 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 вау. А теперь сама крутизна. О, сверхкрутизна. Давайте посмотрим подальше, подальше, подальше. О, красота, красота. Ценники-то, ценники. Но все копейки стоят. Ребят, я что-то не понимаю, зачем нам нужны все эти автоприбамбасы? Ну зачем они нужны? В интернет залезьте, забейте себе. Ну и подождите маленечко. Ну куда торопиться-то? Вам что, лишний раз охота в три раза переплачивать? Да не надо это делать по сути событий. Просто заплатили, вам что-то дело привезли с бесплатной международной доставкой. К слову о том, что если вы хотите купить что-то из Америки, легко и просто. Просто заказывайте и подождете, ну, две недели, два месяца, примерно, не больше. Это не в том проблема, что у нас какие-то... Нет. Они доставляют до точки очень быстро. Ну, буквально там 5-7 дней. А затем включается наша почта. Наша почта. Наша почта. Наша почта. Кто о нашей почте? Если вы хотите посмотреть, что я говорил про нашу почту, у меня есть другая штука. В свое время программа «Автостоп», она была, ну, такая... сатиричная. Потому что без сатирикона жить в России, это как-то, ну, совсем неправильно. Вот. К слову, самый лучший сатирик – это Михаил Задорнов. Это просто супер, конечно. Мужик работает от винта просто. Вот. И вот насчет почты, да, такой час случается, что на почту приходит всякая белибердень. По одной простой причине. Если бы все это дело запаковывалось перед почтой, внутри почты, они бы сказали, а что вы отправляете, да? И к слову о том, что есть такой news.ru. Я его иногда читаю. Иногда читаю. Но то, как они какашками сейчас занимаются, это реально, понимаете, ну, у нас очень хороший был представитель при ООН, очень реально хороший человек, который отставил интересы России, так они его слили, понимаете, они, он, конечно, умер, к сожалению, такое случилось, но как они все это дело слили, о, это был просто кошмар. Я бы хотел вызвать этих товарищей, которые это все сделали, и что-нибудь с ними сделать, явно нехорошее. Вот это все дело было там. К слову о том, что это News.ru. Так там продаются сотовые телефоны. Представляете, у них там продаются сотовые телефоны. Они говорят, что Почта России была косячной. То есть они одновременно продают сотовые телефоны и говорят, что Почта России была косячной. Ну, не знаю. Но такая тема интересная. Вот такая фигня. То есть то, что вы сейчас возьмете, это не есть факт. Я имею в виду через их ссылки. Если вы через eBay, то это железобетонно, будет все абсолютно грамотно и исключительно. К сожалению, мы говорим про Почту России. Да, там человек заработал столько, сколько я за жизнь, похоже, не заработал. 12 миллионов. Просто премия была. О, клево, да? А так, а что такое? Давай 12 миллионов. А для мозга, да, так. 12 миллионов. А я что-то не, да, ну, не знаю, что я заработал за это время столько. Кошмар, просто кошмар, конечно. Ну... придется подождать, а зато потом вы получите результат. К слову, помните, да, мы говорили о Америке, естественно. Вы там думаете, что все это не очень хорошо. Не очень хорошо, да? Ну, сейчас я вам покажу, помните, да? Есть такая штука замечательная, ну, сверхнабор инструмента. 242 Mechanic Tools. Давайте еще разочек залезем. Так, посмотрим. Америку. Да, доставка, конечно, денег стоит, но можно подешевле. То есть, если вы сильно захотите, можете ко мне обратиться. Я вам сейчас расскажу, где все это делается. Вау, 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 вау. То есть, можно. У меня есть человек, который сидит в Питере, да, у него есть другая тема. Он продает все дешевле, чем eBay. Да-да-да. Еще быстрее. Потому что с Петербурга, да, хер с того рядышком, если честно. Вот. Ну, то есть съездил, купил, привез вам, получили результат, он получил деньги. Чего там сложного-то? Это хорошо. То есть я это могу вам сделать, никаких проблем. Ага, вот. То есть, ну, супер американские техники, конечно. Ну, обалдеть просто. Вот.
красиво-то все. Давайте еще. Ай, ну что ты? Ну что ты? Куда ты залез? Нет. Сейчас. Так, вот. Про цену Америки. Давайте посмотрим. Вот. Какая красота. Теперь посмотрели, да? То есть, вот этот инструмент имеет 80-летнюю историю эксплуатации. Представляете? 80 лет из нормальной американской стали делается инструмент, да? Теперь сравните, что делается у нас. Вы срывали головки? А я срывал неоднократно с нашим инструментом. На 13 крутишь и все. И головка развалилась. Даже не головка, крючка просто развалилась. Ну это что, нормально? Но нет, все-таки давайте обратимся к тому, что нам нужно. Потому что у меня есть смарт-эквип и все остальное. Да вот, машина лежит. Чего там у меня ни с того, ни с сего? Плоскогубцы развалились. Ну так не бывает же. Так же не бывает. А это я беру, я получаю результат. К слову, у вас вы это тоже можете сделать. Никаких проблем ни у вас, ни у меня нету. Просто включите то, что есть в вашей голове. А это мозги. Все остальное, если что-то не получается, никаких проблем. Это все равно всего 4 раза будет в эфире. Но в принципе вы можете залезть на YouTube, вбить туда. То есть дешевая доставка запасных частей. Инструментов, естественно, дешевле, чем в России. Посмотреть его, пересмотреть внимательно, подумать. И все у вас будет хорошо. То есть вы наконец-таки научитесь сами ремонтировать свои автомобили. Может быть, не настолько круто, как это делаю я. Потому что, если честно, то по уровню людей, с которыми я общаюсь, если брать 100%, то я работаю круче, чем 80%. А скоро я еще и поеду. О, звоночек. Чуть позже я перезвоню. Так, немножко отключим. Да что же это такое? То говорит, а то ничего не получается. Секундочку, подождите, я вам перезвоню. Вот такая штука получается. То есть одновременно я с вами беседую, тут и люди приходят, еще и по телефону звоночек. Ну да ладно, в любом случае мы общаемся с вами. И вы должны понять, что я работаю вместе с вами и для вашего же блага, а не для своего.